еще в университете у нас был предмет инновации, где мы должны были объединиться со студентами разных факультетов и разработать одну из инновационных идей. Так как мне эта тематика была близка, мы выбрали именно тему создания вездеходной инвалидной коляски. На то время наш проект имел большой успех, мы заняли первое место, всем нравилось. Но университет закончился, все занялись поиском работы, устройством своей карьеры, что вполне естественно, и проект пошел на спад. Тем не менее, после работы на выходных я продолжал заниматься этим проектом, делал прикидки, делал чертежи. В дальнейшем собрал первый прототип, который показал, что действительно идея гусеничного движителя работает, что этим стоит заниматься, что в этом направлении, да, будет какой-то прорыв. В дальнейшем был построен второй прототип, на котором я сам лично поднялся по лестнице, который отлично себя показал. Вот, и теперь нам нужно его доработать и довести до потребителя, и спасти те тысячи людей, которые не могут самостоятельно выбраться из своего дома.